Ассаляму алейкум ва рахматуллахи ва баракатух, дорогие братья и сестры. Мы приехали здесь на пасеку. Субханаллах, вот так вот в пустынях стоят улья. Братья здесь занимаются пчелами, медом. Мед здесь. Вон она. Сколько пчел летает. Смотри. Ой. Здесь мед можно купить за 200 реалов килограмм. 200 реалов. Это $60. За $60 килограмм. Конечно, по курсу сейчас российскому это, конечно, дороговато. Но, в принципе, вот так вот. Здесь братья живут, работают прям. Здесь охранник. Палатка. Где здесь, конечно, чего собирать? Вот пчелы бегают, ищут. Пчели, как он называется? Зугур. Зугур, мед зугур, цветочный. Ну, здесь вообще я не вижу ничего. Вот чтобы здесь что-то расцветало, как пчелы бедные здесь находят. Да, yeah, да, yeah, yeah.